Только что открыли сервачок, так я вижу сразу Лаки, привет тебе передаю. Где мой НРГ припаркованный? Вот он стоит. Только что прям открыли сервачок. Я ждал где-то, наверное, часа два после рестарта. Он был еще закрыт, наверное, там какие-то фиксили баги или что-то такое, проверяли сервер. В общем, не знаю, это экстренное включение, парни, поэтому сразу прожмите свой лайкосик. И погнали, погнали, погнали сразу ловить домик. У меня есть 12 тысяч АЗ коинсов, и я решил купить себе домик. Я хочу словить, по сути, эту тарелку, на которую все, наверное, охотятся сейчас, но я постараюсь ее словить первой, хотя хуй его знает, как что из этого сейчас получится, пацаны. Бизнес я даже не стал пробовать ловить, потому что, ну, на самом деле, это блядство такое, сука, ну зачем ты сюда? Верните мой НРГ! Блядь, вот это все мое везение на одной картинке, пацаны. Надо было антипадение, блядь, установить, ебучее. Прикиньте, вот реально до сих пор не спал просто. У меня уже 9 утра. Так, я вижу эту тарелку, но ее по-любому уже купили, пацаны. Да, ее сразу же купили, смотрите. Тупо сразу купили, ебана в рот. И кто это сделал, интересно, кто такой гад? Энд Старк, ага, понял, ладно, красавчик. А, тут трейлер он поставил, ну я все понял. Давайте, ладно, искать какой-нибудь домик. Вот какой-то дом есть, сразу же 12 тысяч коинсов. Давайте еще посмотрим какие-то дома. Блять, я не знаю, какой даже дом выбрать на самом деле. Но давайте будем пешком на всякий случай бегать. Но он как бы такой себе, мне кажется. Да, надо еще смотреть варианты какие-нибудь. Тарелку поймали, все. То есть, ну, можно сказать, самый топовый дом забрали. О, заняли еще один домик, смотрите. Давайте-ка пробежимся чуть-чуть пониже сюда. Я не знаю, пацаны, я не знаю. Вот свободный дом, как бы. Тут гаражи как-то отдельно от них, что ли, стоят. Ну-ка, давайте посмотрим еще. Не у всех сейчас, кстати, есть 19 тысяч АЗ, я так понял. Ну, два дома забрали. Вот, уже дом тоже заняли, смотрите. Прям возле озера получается, да? Да, Данте Меди, понятно. Это вообще какой-то бичевский, слушайте. Слушайте, блядь, ну все нормальные дома, походу, раскупили. Что за говно? Я не знаю, короче, мне не особо эти дома нравятся почему-то. Я тут даже не вижу вертолетной площадки, где она тут находится. Ее, наверное, скорее всего, вообще у этого дома нету. Ну, короче, я сейчас, мне кажется, въебусь на бабки тупо и все. И больше ничего из этого не получится толкового. Давайте еще пробежимся поверху. Если нет, то я не знаю, что уже брать. Я хотел очень тарелку на самом деле. А это, я так понял, специальные гаражи для вот этих вот домов самых. И тут, смотрите, у всех инта просто бичевская за 20 тысяч. Или за сколько? Я не знаю, сколько она стоит. Я вот не пойму, у некоторых домов вообще нету, что ли, вертолетной площадки. Я просто не понимаю. Вот дом стоит вроде неплохо, выглядит, да, как замок, необычный. Но вертолетной площадки я у него почему-то не вижу. Я еще не знаю, какой дом брать, потому что не совсем понимаю, вот как, типа, я буду выходить вообще в гараж. Или что вообще, что делать, парни, я запутался, у меня очень сложный выбор. Бля, ну тарелка, пацаны, реально топ. Напишите в комменты, кто бы из вас хотел вот этот вот домик, тарелку. Она просто выделяется из всех сразу, моментально. Так, ну вот этот дом вообще четко стоит, посмотрите просто. Оп, смотрите, хуяк. Я под низом, пустота, ну, типа, заебись. Короче, пацаны, я так понял, зачем эта вертолетная площадка, если можно на крыше запарковать вертолет? Давайте я просто покупаю вот этот вот сейчас домик. И все. Нажимаю N. Вот так вот. Оп. 46. 150. Все, поздравляю, теперь этот дом ваш. Я только что купил дом за 12 тысяч АЗ, пацаны. Я просто конченый, мне кажется, человек после этого. Но все-таки это контент, ебать. Все, это мой дом, заебись. Поздравляю с покупкой. От души, броу. Только, мне кажется, я дом хуйню купил почему-то. Ну, в принципе, не знаю, вот тут прям справа от меня стоит тарелка. Короче, напишите ваше мнение в комменты. Как думаете, нормальный этот дом или нет? Или можно было лучше какой-то найти? Ну, в общем, не знаю. Я думал сначала вон тот еще взять, но мне кажется, он какой-то сильно в центре, в глуши, а тут, в принципе, возле дороги. Или это наоборот хуево. Короче, я, может, проебался немножечко, но не суть. Сейчас я попробую припарковать свой НРГ в гараже. Только вопрос еще один. Как узнать, какой у меня, блядь, ебаный гараж? 1070, по сути, у меня гараж. 1072, 1071. А где мой гараж? Алло, он вообще существует или нет? И еще у меня закончился бензин. Отлично. Вот в чем прикол, пацаны. Вот в чем прикол. У этого дома гараж прям в доме, а у остальных домов гараж находится вон там вот, поэтому я его и не мог, в принципе, там найти. Ну, слушайте, я купил дом хоть с какой-то фишкой, блять, с хоть единственной фишкой, то, что гараж у него находится прямо в доме. Единственный такой дом или нет, но, по-моему, я таких больше не видел. Это в натуре пиздато. Я даже сначала не заметил, что гараж именно тут. Я думал, типа, надо вон там вот парковать и уже оттуда выезжать. Оказывается, у меня гараж прямо здесь. Также, парни, не забывайте регаться на мой ник. При достижении третьего вами уровня я вам буду возвращать рефералку. Только мне нужно разобраться, найти какой-то скрипт. Если вы знаете какой-то скрипт, который поможет мне искать своих рефералов, кто вводил мой ник, кто достиг третьего уровня, то напишите мне в
личку ВКонтакте, пожалуйста. Я буду очень вам признателен. Также вводите мой промокод хэштег RNST-шоу на 5-м вроде уровня, он вам даст неплохой бонус. Скоро я его еще прокачаю за донат, и он будет вообще топовым. Так, ну я заехал в гараж. Гараж у меня такой обычный пока интерьер. Давайте припаркуем здесь свой авто. И, допустим, вот я хочу сейчас выехать, да? И как мне это сделать? А, ну в принципе все, я появляюсь здесь, отлично. Смотри, какой новый тюн поставил. Заебок. Меркурий, наклеечка, отлично. Реально, парни, это, по-моему, единственный дом, у которого гараж прям в самом доме, а не в отдельном вот здесь вот отсеке для гаражей. Если это так, то я даже буду очень рад, потому что как бы у всех домов гаражи здесь, а у меня прям у одного будет в моем доме. Ну реально, согласитесь, это классно. Также еще сказали, что с этим обновлением можно теперь купить лицензии, они у вас будут на год, а не на... А, у них стоимость 600, я понял, на один год. Хорошо, мне не хватает. Ладно, тогда в следующем видосике каком-нибудь. Ну и что ж, друзья, на этом я уже буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр, братики. Я надеюсь, ролик вам понравился, вы поддержите его своим лайком. Если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и установите колокольчик, чтобы не пропустить следующий мой ролик. С вами был RNST, всех люблю, всех обнимаю. До скорых встреч, пока-пока.